Всем привет, здравствуйте, это программа «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и каждую неделю мы представляем вам аналитическую программу, посвященную главным событиям прошедших 7 дней. Я с радостью представляю своих сегодняшних гостей. Ольга Романова. Оля, привет. Привет. Андрей Архангельский. Привет, Андрей. Спасибо большое Максу Курникову за эту студию. Ну и по традиции начинаем с вопроса, что за эту неделю, по вашему мнению, было ключевым, может быть, не на первых полосах, но, тем не менее, важным и определяющим для дальнейшего хода событий. Оль, пожалуйста. Все было хорошо, пока мы не заснули. И сегодня ночью, как мне кажется, случилось ключевое событие. Товарищ Трамп, да, оказался наш отец не отцом, а сукой. Никогда такого не было, и вот опять. Ну, в любом случае, присяжные сказали, что он виновен по 34 пунктам. Вердикт будет вынесен в июле, но это не важно. То есть у нас теперь уголовничек имеется. А это уже по моей части. Я вот не могу прокомментировать... Повезло-то как, а? Не могу прокомментировать американскую политику, это не ко мне. А вот с уголовничками это пожалуйста. Значит, по каждому из эпизодов ему грозит от 4 месяцев. Итого 130 лет. Но вряд ли он будет сидеть. Но если он будет сидеть, то, опять же, это ко мне. Я его сразу представила в какой-нибудь американской тюрьме. Там другие игры в больших мальчиков не такие, как у нас. Ни вот этого, ни вечер в хату, ни есть два стула, такого нет. Но там свое. Значит, конечно, Трамп войдет как мужик авторитетный. Тут что и говорить. Смотрящий за Америкой, ну, слушайте, ну, серьезное звание. Вопрос все-таки, с кем он объединится. Тюрьмы очень своеобразные, очень жесткие в Штатах. Там тоже иерархия, всякие безобразия. И, в общем, там распределение по группам, по бандам и так далее, по ОПГ. Соответственно, политика Трампа не предполагает, что он примкнет, например, к мексиканцам. Это вряд ли. Я вот как раз хотела спросить. Во-первых, есть ли там красные зоны или нет? Нет, там все там по-другому, там по бандам, да, делится. По бандам. Всё. Но как раз это может стать серьезной проблемой для Дональда Трампа, потому что чаще всего банды – это как раз конечно. Те, да, против он которых не он там все время его стены не возьмут строит. К темнокожим. К афроамериканцам его не возьмут, его не возьмут мексиканцы. Ему останется примкнуть к... Ку-клукс-клану. Правильно. Итого. Черт, я хочу это видеть. Так. Но если вдруг обойдется условкой, это не помешает ему баллотироваться на пост президента, но там по-любому у него не будет доступа к государственной тайне. А это довольно странно. Такой президент, такой как журналист, да? То есть такой приходит, а вы мне тоже ничего не расскажете, а вы мне тоже ничего не расскажете. Но я как-нибудь так вот все-таки напишу какой-нибудь указик, не зная там вот никаких подводных камней. Или он издаст указ номер один о помиловании самого себя. Но я не знаю, как это работает. Тут, конечно, нам нужна Сашенька Филипенко, но у нас ее нет. Да, как-нибудь мы организуем все-таки включение международной Александры. Но вообще Ольга Романова довольно авторитетно может рассказывать, в хорошем смысле авторитетно, рассказывать про американские тюрьмы, потому что в США ездила и с пенитенциарной системой, я так понимаю, знакомилась. Да, там плохая пенитенциарная система. И, в общем... Если туда Трамп попадет, то, конечно, черт, как я хочу это видеть. Да, но вряд ли. И, конечно, не очень понятно все-таки, как его сейчас будут избирать, потому что, как ни крути, американцы уважают свою судебную систему, и для них слово «суда», в общем, значит гораздо больше, чем слово нашего суда. Ну, а как же статус политзаключенного человека, которого преследуют по политическим Кстати, мотивам? Это тоже к тебе. Да, боюсь, что... как это сказать? Содержание обвинения Трампа, за которого проголосовали присяжные единогласно, 34 пункта, оно не очень такое политическое. Оно все-таки... Ну, там была одна девушка такая, которой платили за, там, вот за это и за это. Ну, в общем, там политики-то не очень, не очень. Немножко Рамсы-то попутал.
С другой стороны, мы хотя бы точно знаем, идет ли оранжевый цвет Дональду Трампу. Ибо автозагаром он и так вполне себе пользуется. Безусловно. И, конечно, все случилось в одну ночь. Как сговорились, а? Вот как сговорились Дональд Трамп с Байденом? Ну и Байден разрешил пулять по России ракетушками. Как это... Противобатарейные. Там вот это вот... Там и с нюансами, как обычно. Просто я вот совсем недавно была в Лос-Анджелесском университете, в Калифорнийском, и там был доклад один замечательного профессорки из Аризонского университета. Вообще был симпозиум про русскую тюремную культуру, вообще про тюрьмы русские. А я одна была русская. Чудесная, на самом деле, самая лучшая была полуторачасовая лекция об этимологии слова «мудак». Ну, много всего было интересного, полезного и правильного. А вот эта лекция была по поводу русской тюремной современной шансон-культуры. Например, как они разделились. Кто за войну, кто против войны и почему. Но я пока слушала лекцию, я даже выучила песню, которая за войну, полетели сарматушки на Соединенные Штатушки. Ну, и, собственно, мне кажется, вот Байден сегодня немножко дал ответ. Возможно, кто-то напел ему эту песню. Кто-то напел. Слушайте, из Калифорнии до Белого дома, в конце концов, долетает вот как раз за две недели. Что ж, вот такие американоцентричные ключевые события выделяет Ольга Романова. Большое спасибо. Андрей, пожалуйста, у тебя что привлекло? Я с таким удовольствием слушал ваш разговор. Это просто комедия-клаб вот сейчас был. Да, вообще-то у нас серьезная передача. За артистизм 9, как говорится, за интеллектуальный бэкграунд 9. Что мне остается в этом случае? Не сказать? У меня на десятки, да. Что мне остается, как в таких случаях говорят, переместимся на другой континент? Потому что важное событие произошло, так сказать, тоже там участвуют люди с большими погонами. Собственно говоря, Владимир Путин побывал с визитом трехдневным, а не двух, как планировалось, в Узбекистане. И там в понедельник это произошло, по-моему. Вот он там произнес свои угрозы очередные. Сделал он это в довольно изящной, непрямой форме. Да? Он сказал, что он намекнул... Это по поводу поставок, собственно говоря, дальнобойного оружия Украине. Он сообщил всем нам, что сообщил Европе в первую очередь, что там страны что там небольшие по размеру страны с очень плотным населением, да, с очень плотной застройкой, что называется. Мне, на мой взгляд, это важное, ну, мы же говорим о важных событиях, да, это важный сигнал. Ну, это сигнал, собственно говоря, это реакция на все предыдущие заявления. Но важно вот что, важно вот этот вот иносказательный тон, который в сущности содержит в себе прямую угрозу. И вот вся последующая неделя, она выглядит как попытка вообще сейчас, знаете что, перед возможным гипотетическим перемирием, которое случится в июле с началом Олимпийских игр в Париже, во Франции, есть такая гипотеза, что, собственно говоря, произойдут некоторые, что уже произошли некоторые договоренности, некоторые переговоры, так сказать, попытки хотя бы, по крайней мере, приостановить боевые действия. И вот в преддверии этой приостановки, как ни странно, реплики из той стороны океана, из этой, звучат все агрессивнее. То есть гипотетически стороны обмениваются угрозами. Да? И вот мы в данном случае наблюдаем один из этих типов угроз, военный, агрессивный, как мы уже привыкли, из уст Путина. Ну, что сказать, это вот рамка, не знаю, поднимающая градус опасности. Вот, пожалуй, такое. Скажи, но ведь он не первый раз угрожает более или менее явно. Mm-hmm. А почему нынешнее выступление привлекло твое внимание? Да, тут вот какая вещь.
никто из нас не сомневается. Ну, собственно говоря, мы знаем уже, знаем, на что способен Кремль, хотя, может быть, даже еще и не знаем до конца. Но, в принципе, все себе представляют за последние два года, все примерно представляют, что способен. Да? Никто не сомневается в том, что Кремль будет, продолжает готовить какие-то сюрпризы, подарки, ну, все это в кавычках, и, разумеется, то, чего от него, там сказать, не ожидают. И вот... К этому нужно все-таки относиться серьезно, потому что у нас, мы, к сожалению, живем в таком времени, когда вот смеховая культура, она все-таки поглотила все. То есть мы вот за счет этого смеха отыгрываем очень многие вещи, за счет иронии отыгрываем очень многие вещи. Это конечно, для психики может быть и спасительно, но это может тоже оказаться... это может затуманить, так сказать, реальность. Потому что вот мы даже посмеиваемся над тем, что Кремль и Путин все время угрожают. А может быть, они играют в такую игру. Они играют вот во что. Они угрожают. А чем дальше, тем хуже. Все к этому привыкают. Все на это уже не обращают внимания. И дальше вот следует что-то. Да? Вот поэтому я бы отнес к этой угрозе, я бы отнес вполне всерьез. Я сейчас пошла, проверила. Прилагательное было очень хорошее, употреблено в Кремле вчера товарищем Песковым, который все-таки назвал войну бессмысленной. Во-первых, война, во-вторых, бессмысленной. Ну, дальше, конечно, понеслись речи, что это бессмысленная война начала Украина, но как-то мы-то с вами все это помним. Не так давно было, мы все еще как-то в состоянии вспомнить, с чего все началось. Еще пока в состоянии. Но все-таки это, в общем-то, уже официально произнесенное, как я понимаю, кремлевскому пулу словосочетание «бессмысленная война». Именно эта война, она бессмысленна. Все-таки мне кажется, что в этом словосочетании нет ядерной угрозы. Вот важно заметить в этом случае, Оля совершенно права, когда акцентирует внимание на том, что, наконец, эта формулировка прозвучала и в Кремле. Но в сущности, как все планировалось? Планировалось все сделать быстро, лихо, мы помним, да, 2,5 с чем-то там года назад. Планировалось все сделать по-быстрому. Понимаете, кроме наших планов человеческих, есть еще некоторые, как говорится, человек полагает, а Бог располагает. Да? Не сочтите за религиозную пропаганду. Но все-таки есть какой-то шаг истории. Да? Вот есть человеческие шаги действия, а есть вот действия истории. И вот по итогам, так сказать, вот двух лет этой войны, бессмысленной и ужасной, и чудовищной, и агрессивной по отношению к Украине, мы видим, что ход истории, он прямо противоположен тому, что было задумано в Кремле. Он вязкий. Война увязает. Никто не имеет преимущества. Вот это уже известная цифра, что в общей сложности за прошедший год фронт сдвинулся на 15 сантиметров в одну сторону, в другую сторону. Но в сущности, вот эта затяжная, такая не затяжная даже, а вязкая, увязающая в самой себе, хочется сказать, война. Ведь это действительно, если быть внимательным и как бы услышать, что называется, раскаты истории, да, если мысли исторически, как нас любят учить в Кремле, они же все мыслят глобально, да, континентами, значит, столетиями. А вот если прислушаться к этому гулу истории, в нем можно расслышать, что ребята, вы увязли, как это гоготок увяз, все птички пропасть. Да? Вот. Оля, спасибо тебе за эту подсказку. А скажи, пожалуйста, извини, что я взяла на это в плане дискуссии. Я обратила внимание, что вот на этой неделе то ли это Ботаферма, по крайней мере, у меня в комментах, то ли это настроение. На самом деле, очень похоже на настроение, а не на Ботаферму.
когда люди пишут одно и то же. Слушайте, вот вы говорите все мобилизация, мобилизация, мобилизация. Хотя я не говорю мобилизация. Кто такая, что говорит мобилизация? Путин может сразу поставить под штыки 25 миллионов человек, 30 миллионов человек. Ну вот потенциал российской мобилизации 30 миллионов. Да хоть завтра он их поставит. А что он этого не делает? Вот ты говоришь, вязкая война. Он уже может миллион сейчас взять. Может 2 миллиона сейчас взять. Денег-то во! Ну, собственно говоря, вот... Значит, не хочет. Да. Старший партнер Си Цзиньпинь, да, например, с его точки зрения, вот посмотрим на это с точки зрения старшего брата Китая. Для него, с его точки зрения, вот эта вязкая война, такая бесконечная, и топтание на одном месте вообще то, не что имеет... То, что надо, да. Да? Прям прекрасно. И Европа увязла, и Россия увязла, а Китай делает свои дела. Да, да и при этом все всегда обращают внимание, что, в принципе, там при всех нюансах Си гораздо выгоднее, чтобы все было стабильно в России, без потрясений. Ну, будет Путин у власти, и пусть будет, Господи. С ним понятно, как работать. Ну, на самом деле, это такая, в общем, скажем, по-прежнему общая точка зрения. Это хорошо изученное зло. Угу. Потому что когда, я очень хорошо помню панику в европейской политике, когда во время марша Пригожина в субботу, то есть все политики дергали всех, хоть бы кто более-менее знал, что такое Пригожин, потому что, черт, сейчас придется иметь дело с Пригожиным, а кто это, к Путину уже привыкли. Да, все-таки очень многих устраивает Путин именно как стабильность. Ну и еще, кстати, сказать, вот этот вечный вопрос... Шольц туда, Шольц сюда, Германия сюда, Германия сюда. Ну, собственно, как я бы сказала, как концентрация европейской мысли. Я на этой неделе пристаю все время к молодым немцам, потому что до меня дошла, ну, поздноватенько, но я как не самый сообразительный, наверное, до меня дошла одна очень интересная вещь, что европейцам, особенно молодым, им вообще совсем не интересна Украина. Вообще, скажем, вообще не интересна. Эта война, она близко, но это совершенно чужая война, потому что, ну, вот приехали украинцы, беженцы, ми-ми-ми, проходите, пожалуйста, вот там, в уголочке, пожалуйста. Да. А вот 7 октября Газа, Палестина, Хамас, Израиль, это в каждой семье. Потому что Германия во многом страна мигрантов, особенно Берлин. Собственно, очень многие там вместе учились, живут в одном доме. Это соседи или смешанные семьи. И вот эта война, которая далеко, вот она практически в каждой семье. А вот война, которая близко, она вот там в уголке. И они гораздо больше... Почему гораздо больше демонстраций сейчас про Палестина, не Палестина, про Израиль, антиизраиль и так далее? Потому что это вдруг оказалось в каждом европейском сердце. Mm-hmm. Вот эта война оказалась гораздо важнее, чем вроде как близлежащая Украина. Mm-hmm. Я не знаю. Мне кажется, это не совсем так, потому что ты говоришь про молодых немцев, про молодых, но Европа – это не только Германия. И есть страны, которые ближе к Украине, и там понимание войны, угрозы, ужаса и кошмара, оно, мне кажется, гораздо больше распространено. Говорю тебе как человек, который 2 года живет в Литве. Еще бы. И можно посмотреть на страны Балтии, можно посмотреть на Польшу. Да, даже и в Германии, мне кажется, тоже все сильно очень зависит от всяких обстоятельств. Поэтому можно уставать, можно пытаться заградиться, но в целом, мне кажется, эта война, ну, сильно приблизила людей к реальности. Mm-hmm. В том числе политиков, как ни странно, которые после 2014 года продолжали спокойненько идти по пути умиротворения агрессора. Угу. Но, слава тебе, Господи, все-таки в Европе политики меняются, как и, ну, кроме Виктора Орбана, кроме него. Кроме, извини, Ангелы Меркель, которая не менялась и не менялась. И к чему это привело? 16 лет, но не 24 все-таки.
Окей, конечно, спасибо. Но сейчас не то, что мне там сильно хочется обвинять в безответственности европейских политиков, но да. Ну, еще тогда Ангела Меркель был Шрёдер, давайте не будем забывать. Там еще и Шрёдер был. Вот, поэтому, с одной стороны, да, соглашусь, что люди устали, хотят закрыться, и это не их война, и они не чувствуют, что это их война. Мне кажется, это как раз ответственность политиков в том числе, объяснить, что это война каждого, потому mm-hmm. что Владимир Путин представляет угрозу для каждого. Mm-hmm. Потому что он не остановится. Не знаю, Андрей, у тебя какой взгляд? Мой учитель Дмитрий Львович Быков написал пост, он редко вообще пишет что-то в Фейсбуке, он написал пост, понимает ли мир, с чем имеет дело, вот после, кстати, после заявления Путина. Вот это, кстати, к усталости от войны и к вот этому желанию, что все-таки наладится и вернется к какой-то норме. Это попытка поддерживать нормальность на фоне приближающейся катастрофы, будем, конечно, надеяться, что не окончательной, да? Вы знаете, это, что называется, очень человеческое. Слишком страшно, как ты, Таня, совершенно верно говоришь, слишком страшно представить себе, что мы уже живем в новом мире. Там живем уже 2.5 года. Да? И это что значит? Это значит, что нужно переформатировать, перезагрузить себя, перезагрузить сознание. Мы имеем дело с агрессором, мы имеем дело с маниакальным желанием устроить мир по-своему и с собственным видением мира, с которым все остальные должны согласиться. Да? И это страшно, это страшно опасно, это самая большая угроза вот в 21 веке. И, собственно говоря, что с этим делать, не особенно понятно, потому что прямой угрозы нет. Есть вот угроза гипотетическая пока что, да, перестраивать сознание, да, перестраивать экономику, что называется, на военный лад, это одно дело, это практика, но важно перестроить сознание. И вот эта перестройка сознания, она дается европейцам, на мой взгляд, наиболее тяжело, потому что все равно никто не хочет в это всерьез, что называется, впрягаться. Никто не хочет, знаете, вот это есть выражение «до конца не верен», да? Мы же до конца не верили и в 22-м году, до 24 февраля. Я, честно говоря, я не знаю, что здесь хуже, как пугать себя, пугать друг друга, постоянно напоминать, чем мы вот сейчас как раз и занимаемся, да, напоминать о том, что эта угроза никуда не ушла, она действительна, она реальна. Что делать? Пугать друг друга или закрываться от этого? Это тоже для психики и то, и другое, в общем, плохо. Я, честно говоря, не знаю. Но как по мне, вот логика какая-то житейская подсказывает, что лучше уж давайте пугать друг друга, лучше уж быть на стрёме. Вот и воспользуюсь этим словом из известного лексикона. Ухватался. Ну что ж. Кстати, об известном лексиконе, да, надо сказать, что по поводу... Вот для меня ключевое событие стало сегодня закрытие пункта Колотилов в Капитгородской области. Я замечу, что это единственный пункт пограничный, сейчас действующий между Украиной и Россией. И разные люди ходят туда-сюда, все это контролируется ФСБ там, ГУРом там, СБУ там и так далее. Колотиловку закрывали не один раз. Для меня это очень важный сигнал сейчас. Знаете, как вот дьявол в мелочах? Судя по всему, либо это признак готовящегося обмена, вот, который на днях вот-вот-вот. Так часто бывает, что закрывают перед большим обменом. А обменов не было очень долго. Mm-hmm. Очень долго не было. И это после громких обвинений Симонян, слитые списки, вот это вот все. И, конечно, истерика в украинских пабликах, в родительских чатах, разумеется, конечно. А как еще? Как иначе? Может быть, второй вариант, который гораздо худший. Это означает, что закрыли границу в том числе для похищенных херсонских, для тех украинцев, которые сейчас вот выходят из русских тюрем. И их осталось почти 2000 в России. Их похитили, напомню, в ноябре 2022 года. Мы не знаем до сих пор точное число, от 2,5 до 3000 человек, но мы считаем, хорошо, 2,5. И вот их выпускают потихонечку. А 18 мая... В Украине началась мобилизация, которая в том числе затронула заключенных.
И у нас вырисовывается картина маслом. Вот выходит украинский заключенный, потому что у него окончился срок. Но он отсиживал его в России. А как украинцы считают, окончился он или не окончился? Вот он выходит. Чаще всего он выходит с ксерокопией украинского паспорта. Больше нет ничего. На нем черная роба с номером, на нем сандалии. Может быть, он на инвалидной коляске, и у него есть, значит, справка о освобождении и ксерокопия украинского паспорта. Здрасте. И без денег, без всего. Вот он где-то находится, где-то в Новороссийске или в Тамане. Вот он, вот, пожалуйста. И он пытается добраться до Украины с тем, чтобы вернуться домой. А теперь вопрос. Теперь, внимание, вопрос. Теперь заключенные подлежат мобилизации. Российская сторона прекрасно понимает, что этот заключенный, которого сейчас выпустят, он прямиком пойдет в армию. То есть они выпускают сразу потенциального солдата. Сразу же. То есть не выпускать. Вот они закрыли Колотиловку. Mm-hmm. Вот они ее закрыли. Украинец в робе, в сандалиях, со справкой, остается в России. Что ему делать? Дома нет, не будет. Работы mm-hmm. нет, не будет. Семьи нет, не будет. Вот он, документ ксерокс украинского паспорта. Вообще-то выход один. СВО. Mm-hmm. То есть вот выходит украинский язык, и у него два пути. Либо он будет прорываться хорошо через Верхний Ларс и там попадать в армию, либо он будет здесь попадать в армию. Все, больше ничего. Третьего пути нет. Для меня тоже вот важное событие, которое, кажется, случается сейчас. Мобилизация заключенных в Украине проходит очень интересно. Наблюдать за этим... Пока. Там такая образцово-показательная история. Берут только мелкую и среднюю тяжесть, тщательная медкомиссия по решению суда. Хотя это мобилизация, но желающих бежать впереди паровоза много, пока много. Mm-hmm. Но, как говорят, собственно, сами украинские, даже не наблюдают, это чиновники, Минюст говорит, максимум, что можно призвать, 20 тысяч из заключенных. У нас уже больше 200 тысяч. Да, то есть это вот несопоставимые mm-hmm. величины. И, конечно, на этом фоне, конечно, разразился еще скандал с пытками в украинских тюрьмах. Mm-hmm. Но это вот прямо вот еще вишенка на торте просто. Но, во-первых, это скандал, а у нас тут никогда не бывает скандал. Ну, пытают и пытают. Слушайте, тут я читала несколько лекций на этой неделе. Вот прям подряд мне было понедельник, вторник, разная аудитория. Аудитория русскоязычная, российские, и продвинутые такие дети. Но, во-первых, мне было приятно, что приходишь, говоришь, здравствуйте. Они хором такие, вечер в хату. Думала. Профессор, да, заслужил репутацию. Что и говорить. А во-вторых, вот вопросы, вот детские вопросы. В общем, это люди, имеющие огромный волонтерский опыт при этом, mm-hmm. да? И эмпатию и так далее. Говорит, скажите, пожалуйста, вот пытки. Ну, совершенно понятно и, наверное, заслуженно, когда пытают вот преступника доказанного. А вот как быть, если пытают невиновного или политического? То есть, понимаете, у нас вот это не просто дети, это хорошо подготовленные. Mm-hmm. Хорошо подготовленные, на самом деле, уже взрослые. Тоже считают, что пытки... это нормально, когда вот так. Когда, mm-hmm. когда ты, например, педофил. Ну, конечно, когда тебя пытают, все понятно. Да, кто бы не пытал бы. Вот эта вот штука тоже любопытная. И в Украине тоже, видимо, так считают. При всем при том, что если у нас все-таки пытки носят утилитарный характер, то есть они зачем? Это вербовка всегда. Mm-hmm. Всегда вербовка, подчинение. То, судя по тому, что я прочитала и то, что я увидела, а этим занимается наш коллега Олег Цилый, человек, который создал организацию вот, типа «Русь сидящая», «Захистни увязеньки», «Защитники», mm-hmm. тоже с консулярным опытом сам по себе. Он эту историю раскручивает, и, судя по всему, там пытали ради доминирования, а не ради там оперативных каких-то дел и так далее, только потому, что могут. Конечно, реакция на скандал и в обществе, и у чиновников совершенно другой.
Знаешь, я вспоминаю фразу, строчку из песни Гребенщикова, я слушаю то, что ты рассказываешь. «Мы разбудили зверя». Вот Путин ведь, в сущности, своей агрессии разбудил, вывел множество людей, миллионы людей на очередной виток бесправия, погрузил их в абсолютно бесправное состояние. И вот разбудил этого зверя насилия ради доминирования, ты говоришь, да, все в конце концов оказывается, что называется, слишком человеческим. Вот эти раскаты зверства, раскаты насилия, его новые и новые витки. Это все, конечно, волнами по воде, что называется, расходится. Нет, но когда мы наблюдали, извините, визит Путина к Лукашенко, а что это было, как не доминирование? Ну, то есть такое, только уже, да, государственном уровне. Но при этом, если мы посмотрим, что фоном для всего происходящего идет тема, которую активно очень разгоняют, мне кажется, российская пропаганда. Ну, я не знаю, следите вы или нет. Опять все про переговоры, плюс в ожидании швейцарской встречи, куда уже Китай объявил, что он не поедет, России там не будет. Для чего российской пропаганде вот продвигать этот нарратив переговоров? Это какое-то давление, это прощупывание почвы, это какие-то сигналы? Mm-hmm. Да, это интересный кейс. В любом случае, напомню вам, в конце весны важные визиты Блинкена в Китай, Си Цзиньпиня, соответственно, в Европу, во Францию, и Путина в Китай, по свидетельству экспертов, говорит о том, что попытки, что называется, попытки переговоров и попытки договориться, да, о перемирии являются, по крайней мере, актуальным кейсом. Да, мы не знаем, мы не можем дальше больше ничего, у нас никакой информации нет, но мы, что называется, понимаем, что насчет этого переговоры именно и идут. И, собственно говоря, вот в этой рамке нужно воспринимать все. Что касается пропаганды, есть очень хороший, поскольку я изучал язык пропаганды, есть очень хороший, так сказать, и простой способ это читать ботов. Оля прекрасно, конечно же, знает, изучать основные тезисы бот. По ботам, да, ну, так сказать, их много, давайте используем эту бессмысленную силу и хотя бы для какого-то понимания. У ботов, судя по всему, которые атакуют любой, так сказать, любой здравомыслящий разговор в русскоязычной сети, среде, тезисы или темники, да, как это у них там называется, основные методички. Методички, да. В этих методичках читается, и это видно по их реакциям, два пункта. Мы вас уроем, это первый пункт, и второй пункт лучше, скорее бы переговоры. Давайте начнем переговоры. Судя по тому, что этот в методичке тоже присутствует, значит, да, это имеет под собой некоторое основание. То есть мы можем говорить о том, что переговоры, по крайней мере, об этом идут. Значит, что касается швейцарского саммита, действительно, без каких-то ключевых фигур, чего сейчас и добивается Украина, то есть присутствие Байдена и Си Цзиньпиня на этом швейцарском форуме. Без них, конечно, как говорится, народ будет неполный. В зависимости от того, приедут ли они или нет, это будет очень, что называется, важный сигнал России, насколько все серьезно. Это касается там и способности продолжать войну, и способности, готовности Запада поддерживать Украину столько, сколько нужно, как они повторяют, да. Сейчас мы находимся в таком, знаете, в таком периоде как бы передержки, я бы сказал. Сейчас обе стороны, да, обе противоположные воюющие стороны, будем говорить так, да,
они обмениваются угрожающими заявлениями, проверяют противника на, что называется, проверяют его, и его готовность, и его способность на его реакцию, да, прощупывают, прощупывают почву. Это все тоже говорит нам о какой-то, о некоторой общей подготовке, то есть что-то, скажем так, в середине лета что-то должно будет случиться. Подвинется мир либо, аккуратно скажем, либо к переговорам, либо к продолжению вот этой самой бессмысленной бойни. Что-то мы узнаем примерно к середине лета. Не-не-не, в августе. Все бывает в августе. У нас, да. У нас. Но поскольку там имеет отношение, да, в августе. Поэтому, если что, уходите в отпуск в июле. В августе придется все равно придется возвращаться. Что ты по поводу вот этих вот нарративов думаешь, которые прям продавливают? Ну, ты знаешь, я... Извините, у меня все-таки... У меня своя бубнилка, у меня своя стезя. В Москве... Не в Ямало-Ненецком округе и не в Благовещенске. В Москве. В главном управлении ФСИН прошел конкурс рисунков «Миру мир». Вот сейчас, на этой неделе. Для меня показатель. Никого не посадили? Прикинь. Ну, там посадили до этого снабженца. А сейчас конкурс рисунков, ну, уже очистившийся от снабженца. Mm-hmm. Видимо, он был главный спонсор войны. Ненадежный элемент. Да. И теперь миру мир. А это барометр. Это барометр очень чуткий. Очень. Ну, то есть, чтобы... Да еще отчитались парадно, прямо на сайте повесили, что вот это мы за мир, миру мир, вот это все. Слушайте, а вот вопрос, насколько это можно включать в ключевые события, не в ключевые события. История с налоговой реформой, которую почему-то называют корректировкой, но знаем мы этот новояз. Сколько мемов. Да, сколько мемов. Хлопок, задымление и корректировка. Вот. Это вообще важно, не важно? Или всем пофигу, сколько с них берут налогов, просто потому что, ну, в массе своей-то никто за этим не следит. Ну, что-то взяли, обобрали. Ну, не обобрали. Всегда оббирают. Нет, ну, оббирают всегда, конечно. Но там какие-то там есть послабления многодетным семьям, что-то такое еще. Ну, самый главный мем, мне кажется, это все-таки две девочки, которые при виде мальчика говорят, смотри, у него 22%. Да. Да, поэтому, ну, да, 22%. Причем, я так понимаю, это от миллиона рублей в месяц. То есть, по идее, подпадает все чиновничество, которому пофигу. Которому, в общем, по большому счету, пофигу. Ну, я думаю, что это, на самом деле, первый шаг. Это такой пробный шар. Я думаю, что очень быстро в России будут говорить, что вот посмотрите, у нас по-прежнему население 13%, у кого-то там 22%, а вот в загнивающей Европе, между прочим, 30-40. Угу. Давайте хотя бы по 30 скинемся, да, все-таки воюющая держава, туда-сюда. Угу. Я думаю, это начало. Сейчас посмотрим, как на это отреагируют, а дальше будет такая ползучая ставочка. Тем, кому 22, тому там 23,5, да, кому 13, тому там 13,5 и так далее. Это как... это звучало вопрос, почему отменили бронь по мобилизации многодетным семьям, многодетным отцам. Оказывается, потому что посчитали, что многодетные отцы в основном это не славяне, а понаехавшие. И они вот, значит, тут быстренько размножаются, они ходят на войну, безобразие. Давайте мы отменим ставку, и пусть они все идут на войну. Я думаю, что там будет примерно такая логика рассуждений. И логика рассуждений, но она вот вообще очевидная, почему не приняли закон, а он был внесен в законопроект, об оказании бесплатной психиатрической, психоневрологической, психотерапевтической помощи вернувшимся с СВО. Угу. Вообще просто положили под ковер этот законопроект. А нафига их лечить? Чем больше преступлений они совершают, тем выше шанс их уже обученных, уже прошедших через кровь. Они же очень подготовленные, да, поди их обратно загони. Mm-hmm. А если ты их сажаешь, потому что он псих,
то сейчас УПК и УК позволяют сразу прямо, прямо сразу из тюрьмы до суда и даже до следствия сразу отправлять на войну. Угу. Ну как хорошо-то? А сейчас начнут психотерапевты помогать? Глядишь, у него мозги встанут на место, угу. и он не будет никого бить. И как тогда его в тюрьму посадишь, а? А? Это же антинародный проект. Ужас. Вот это сейчас был раскрыт заговор. Я понимаю, какая-то минутка занятной конспирологии от Ольги Романовой. Андрей, насколько, по-твоему, вообще все эти налоговые дела, они в перспективе могут стать каким-то ключевым событием? Потому что, когда, например, мы говорим про пенсию, пенсионный возраст, это очень опасная тема. И однажды, так сказать, повысив пенсионный возраст, мне кажется, решили вот в ту сторону не идти пока. Вот. А что с налогами? Самый активный протест был как раз именно реакция на повышение пенсионного возраста. Кремль знает, что это опасная грань, за которую нельзя заступать. Но ты, Таня, совершенно права, когда говоришь, что это актуальное событие, может быть, не сейчас, но потом. Тут вот какая штука. Я позволю себе некоторое сделать отступление. Путин, собственно, совершает... отчасти странные противоречивые действия. Он сам попал в такой, как это называется, психологический тупик, я бы сказал, да? Потому что вот какая вещь. Несмотря на продолжающуюся войну, он, тем не менее, всеми силами возвращает Россию как бы к какому-то советскому ориентиру, к какой-то советской рамке. То есть он действует, так сказать, по собственной инерции. Он, вероятно, ну вот так ему представляется идеал, да? Так он видит себе идеал государственной его деятельности. Но в то же время он получил за эти два с чем-то года, он получил фантастический урок. Он знает прекрасно уже, что именно капитализм спас, собственно говоря, российскую экономику от коллапса. То есть вот почему российская экономика до сих пор держится, да, это Путин должен быть благодарен своим экономистам, собственно говоря, вот этому либеральному блоку, который и удержал Россию от экономического коллапса. И товарищу Си. А? И товарищу Си. Безусловно. Да не будем забывать о его войдущей роли. И вот у Путина два противоположных кейса. С одной стороны, ну так грубо говоря, он хочет вернуть Советский Союз. И он, кстати, продолжает играть на вот этом, о чем, собственно, кейс про налоги. Он продолжает играть вот на этих струнах справедливости, социальной справедливости. Да? Он продолжает подыгрывать, играет на ненависти к богатым, на, значит, вот этом патернализме и всяческом расшаркивании перед самыми бедными, ну, формально, конечно, самыми бедными классами. Собственно, он вот сейчас оказался в такой двусмысленной для себя позиции. С одной стороны, он, грубо говоря, возвращает рамку там советскую во всех вещах, но при этом он прекрасно понимает, что либеральная экономика – это его единственный, последний его страхующий такой, единственная его страховка от экономического коллапса. И вот в этом смысле ситуация совершенно двусмысленная. И я не знаю, как в этой связи трактовать смену, например, министра обороны на гражданского, во-первых, а во-вторых, на человека, который тоже занимался экономикой, считается, что это шаг к переоборудованию, долгосрочному переоборудованию, что называется, страны на военный лад. Да? А с другой стороны, это можно трактовать как отставку ястребов от влияния. Да? Но он тоже ястреб белоусов. Хотя он тоже ястреб, но он, как говорится, другой. Там
какой-то, извините, пожалуйста, в тот же в профиль все, да. Все равно. Но тем не менее, вот что я хочу сказать, что сейчас Кремль находится вот перед... вступил в некоторую для себя, для самого противоречивую ситуацию. Идеологический конус не совпадает или находится в прямой противоположности, в прямой противофазе к экономической. И вот, возможно, тут нас ждет так или иначе от этих двух несовпадений разряд или взрыв, да, или это каким-то образом удастся сгладить. Мне кажется, что вот именно поэтому это важный кейс на будущее. Ну, я единственное, что по поводу ястребов и не ястребов могу уточнить, что мне кажется, там в окружении Владимира Путина все примерно одинаковые. То есть и задача у них у всех угадывать его желания и всячески их поддерживать, подогревать и утверждать его в той реальности, в которой он находится. Она не сильно совпадает с действительностью, но тем не менее. Ну, так это оно, главная так, их задача. Так, я позволю себе некоторую историческую иронию, так оно всегда до марта 1953 года. Собственно, и Маленков, и Хрущев тоже, наверное, считались ястребами. Так, ну, сколько можно уповать на то, что он просто сдохнет? А вы помните прекрасно, но это просто не эта неделя, а это, наверное, с месяца назад, когда страдающая Средневековье, наша любимая, объявила конкурс среди подписчиков «Исторический факт, который производит на вас наибольшее впечатление». Помните, кто победил? Исторический факт. Что Сталин пожил при Путине. Да, да. Это, да. Ну, это действительно производит впечатление и сейчас. Пожалуй, да, я не видела, но это прям ух. Да, победитель. Ужасно. Да, кстати сказать, я не соглашусь с коллегой. Поскольку мне кажется, что либеральная экономика приказала долго жить, да и, собственно, значение Белоусова предполагает то, что экономика стала патерналисткой. И, ну, то есть это государственный капитализм или там кейнсианство, причем не неокейнсианство, а вот прямо алды, прямо вот такое. И, кстати сказать, куда-то делись сислибы. Вот смотрите, Кирилла Ковальчука назначили на счетную палату, да, мы все об этом знаем. А куда Кудрин делся? А он жив? Алексей Леонидович! Подайте сигнал. Там что-нибудь там, не знаю. Вы там, может, вас в застенках там где. И дружочек ваш Коза, кстати, где? Тоже известный либерал. Тоже куда-то делся. Вот, а украинцы вообще? О, щирый парень. Короче говоря, пропадают люди. Пропадают. Ну, как пропадают? Патрушев на месте? На месте. Ковальчуки, Ротенберги, Сечин. Это я про сислибов. Про сислибов. Сислибов. Как бы, знаешь, а ты говоришь либеральная экономика. Ну, о чем ты говоришь? Нет, смотри, мне кажется, что на самом деле несущая конструкция здесь это Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Поэтому Кудрин ваш не может поспоришь. Исчезать, не исчезать. Да. Пока Набиуллина на месте... Пока не исчезла Набиуллина... Да. Рано бить тревогу или, наоборот, радоваться. Рано радоваться пока. То есть все-таки какая-то связь с реальностью этих людей есть. Они понимают, что... Связь с реальностью через Набиуллину. Да, что, как бы, что держатся они исключительно на удивительных способностях Эльвиры Набиуллиной во многом. И вот, конечно, уважительно восторженное отношение к Эльвире Сахипзадовне... Mm-hmm. Меня, в общем, тоже волнует, потому что Россия держится на Эльвире Сахипзадовне. Это оно неуважительное, восхищенное. Оно, ну, просто надо отдать человеку должное. Это ужасно, что так это происходит. Ужасно. Она, это я ужасно. Не знаю, она понимает ли она степень своей ответственности во всем происходящем. Самое главное, как мне кажется, чтобы мы понимали степень ее ответственности. А не как всегда... Ой, вы знаете, она такая умная, такая хорошенькая, у меня такие брошки замечательные. Давайте мы ее простим, а всех остальных, конечно, повесим в Гааге. Слушай, я вот, извини, пожалуйста, не хочу там сейчас выступать чьим-то адвокатом, не чьим-то адвокатом. Я считаю, что это прям пособничество в военных преступлениях обеспечивать экономическую конечно. Стабильность воюющего режима. Но... Я уверена, что по прошествии какого-то количества лет, возможно, даже не очень продолжительного, про нее будут писать в экономических учебниках. Угу.
Как говорится, это другое. Шпеер остался выдающимся архитектором. Да, в истории. Несмотря на то, что и посидел, и был министром вооружений, и, в общем, клейма ставить негде, а мы ходим по Берлину и говорим: Шпеер. Не знаю, Андрей, ты что? Мы, имеет смысл сейчас пытаться отнести Набиуллину к вот Шпеер. Этому сомну, да, приспешников и опор военного режима. Все, что ты говоришь, совершенно правильно. Какая-то абсурдная насмешка истории состоит в том, что экономист потрясающего, видимо, уровня Эльвира Набиуллина спасла экономику совершенно агрессивного режима. Ее мотивация, собственно говоря, как ходят слухи, она собиралась уйти, когда началась война, и Путин ее просто не отпустил. И вот, собственно говоря, ее мотивация, по-видимому, и это, так сказать, моральная рамка, которая ее в данном случае, что называется, устроила, она звучит так. Неважно, что там с войной, мое дело спасти людей, да, то есть не дать им умереть с голоду, не дать им страдать и так далее. То есть, как во всех тоталитарных режимах, во всех агрессивных режимах, мораль экономиста, собственно говоря, она состоит всегда вот в... Она вот всегда находится в этой узкой рамке. Что называется, я была тогда с моим народом, да, вот так она себя, вероятно, оправдывает себя, да. А не дать умереть людям с голоду, да? Ну, вот когда все это заканчивается, когда мы предъявляем экономистам и другим соучастникам исторический уже счет, да, это, как ни странно, это идет в зачет, то есть к ним всегда все-таки отношение более лояльное, да? Но, тем не менее, ответственности никто не с нее не будет снимать. Да. Как это старый мемчик, но он очень точный. А чем старше я становлюсь, тем больше понимаю государственника Ришелье, который управлял государством, а ему при этом страшно мешали. 4 алкоголика, 1 идиот в короне, 2 проститутки. Угу. Ужас. Это я про Эльвиру Набиуллину сейчас. Заметьте, что вот мы сейчас ее обсуждаем уже 10 минут. Это наша общая ценность получается, да, если отставить все важнейшие на самом деле сопутствующие вещи. Вот она, вот наш консенсус. Здесь абсолютно консенсус, да. Набиуллину, да. К тому, о чем ты говорила, что происходит вокруг Котловки, просто вот пока мы записываем Колотиловки, я прошу прощения, вокруг Колотиловки, пока мы записываем этот разговор, он выходит в записи, пришло сообщение, что, во всяком случае, это заявление Министерства обороны России, с украинской стороны пока нет подтверждений, 1 февраля обмен пленными с Украины 75 на 75. Да, да, да. То есть мои утренние предположения. Пятница утром. У меня началось совещание с того, что Колотиловка закрыта. Кажется, ждем обмена. Это означает, что полгода не было практически. Очень нерабочие выходные. То есть это означает, что 75 украинцев... там будут адвокатские опросы очень серьезные. И мы узнаем еще на самом деле сотни имен людей, которые содержатся в России, которых ищут родственники иногда годами. Я напомню, что для меня, например, важнейшей новостью этой недели и важнейшим событием было то, что в конце концов нашлась украинская журналистка Виктория Рощина. Виктория Рощина, которую искал очень отец, родители, все искали. Она пропала в августе 23-го года. Она, собственно, ехала на работу. Она где нашлась? Она нашлась в тюрьме. Она нашлась в русской тюрьме, где она была, собственно, с августа. Мы все время получали ответы. Их там нет. Это обычный ответ. То есть она была заморожена. И вот сейчас признали, что она в русской тюрьме. Это означает, что ей вот-вот будут или уже предъявлены обвинения. Всегда эти письма подписывает представитель Министерства обороны, такой
просто Гуляйтер Кох, да, вот это вот фамилия такая, его фамилия Кох, он вот подписывает, вот все время мы знаем это хорошо, эту фамилию все. Я хочу напомнить, что пропало еще несколько десятков украинских журналистов, особенно группа мелитопольских каналов, телеграм-каналов. Там вообще очень много просто людей 18-19 лет. И мы много лет уже, много лет, это с марта, с 3 марта 2022 года, разыскиваем украинского журналиста Дмитро Хилюка. Значит, это Униан. И якобы его последний раз видели на пересылке. Есть свидетельство, что он был на пересылке, но по-прежнему ответа их там нет. 7 тысяч, больше 7 тысяч пропавших гражданских, только гражданских. Примерно 600 с небольшим фамилий. Мы точно знаем, что они живы и в России. Остальные неизвестны. Вот на этой неделе одной фамилии больше. Хорошая новость в том, что Виктория Рощина точно жива. Mm-hmm. Это хорошая новость. Собственно, дальше новость, как обычно, она будет осуждена, она отправится на этап, она получит большой срок, который у всех называется ППЖ, пока Путин жив. Да? Он не имеет значения, она получит 10 лет, или 20 лет, или 25 лет. Это никакой роли не играет. У всех срок одинаковый. Ну и на этой неделе довольно большой список украинцев разных военнопленных, невоеннопленных, гражданских, которые обнаружены в колониях Хабаровска, Барнаула, Юрга, Тамбов, Мордовии, К6, Дмитроград, Ульяновская область. Много-много-много. То есть вот судебная машина работает. И все-таки всегда хорошая новость, когда человек попадает в этот список на сайте судов. Это означает, что он жив. Вот больше, чем из 7 тысяч человек пропавших, пока только каждый десятый, даже меньше. Мы знаем, что он жив. Я говорю только про гражданских, не про военнопленных. Я бы хотела в конце нашего разговора обсудить еще одну тему. Опять же, в контексте важно и неважно, ключевое и неключевое, тенденция, апофеоз, маразм, кошмар. Просто тройский вариант, сейчас он по-другому называется, ТИН-вариант. Ольга Орлова делает, да? Рассказала о том, что сотрудники ФСО не пустили 25 академиков на общее собрание РАН, где проголосовали в их отсутствие за создание попечительского совета во главе с Путиным. Вообще академическая среда и конкретно РАН давно находится в, так сказать, чутких руках друзей Путина. Но это уже какое-то просто безумие. Что значит не пустить академиков на общее собрание РАН? Это вообще как? Это нормально? Да, потому что могут. Это как? Это вот так, собственно говоря, по духу это разгон учредительного собрания. Матрос Железняк, который говорит, что он там говорил, уже забыл. Караул устал. Да, караул устал, да. Вот это, собственно, эта манера, она никуда не девалась. Она, знаете, в 70-е годы КГБ очень активно продвигала вот какой тезис. Ну, в 60-е годы продвигало, что репрессии мы ни при чем, мы даже сами пострадали, мы уже другие. А в 70-е годы продвигался несколько даже более, уже при Андропове, продвигался, вот внушался такой миф, тезис об особой интеллигентности, об особой образованности и светскости именно вот спецслужб. Да? И вот этот некоторый флёр этого мифа, он сохранялся, собственно говоря, и Путин тоже пришел отчасти на одном крыле вот этого общего представления о том, что на самом деле они самые цивилизованные из силовиков. Но, как говорится, природа берет свое, потому что этот матрос Железняк, который в основе сознания, то есть грубое насилие, которое не считается ни с какими правовыми нормами, ни с какими цивилизационными нормами, и в том числе с нормами вот элементарного уважения, да, к знанию в данном случае, к мудрости, чьей-то к образованности. Этот матрос Железняк, он вылезает всегда, и никакая светскость, вся эта светская как шелуха слетает и обнажается
получается обычный чекист. Вот, собственно говоря, как он всегда и выглядел, как в романах Сорокина. Он шел на Одессу, но вышел к Херсону, матрос, партизан, Железняк. Но, слушайте, я сегодня слышала с утра Юрия Сергеевича Пивоварова, академика, историка, живущего в Берлине. Он, хоть и член Академии наук, но по понятным причинам не присутствовал. И вот он обогатил меня страшно интересной мыслью по этому поводу. Он сказал, слушайте, товарищи дорогие, у нас же аресты повалены среди академиков, особенно среди технарей. Госизмена, да, шпионаж. Да, да. То есть ученые, которые занимаются гиперзвуковым. Да. И вообще среди физиков, Новосибирск, Москва, все прям выкашивает. Вообще можно понять академиков, что они сказали, а давайте сделаем допечатский совет во главе с Владимиром Владимировичем. Может быть, он нас защитит от ФСБ тогда, наших коллег. Ну, вообще в этом какая-то есть извращенная логика. Владимир Владимирович, приди к нам, Красное Солнышко, и защити нас от этих псов поганых, которые выкашивают всю, значит, постсоветскую науку. Ну, такое. А как им еще защищаться-то? Хотя я предлагаю отстреливаться. То есть, а тебе 70 лет, за тобой пришли, чтобы дать 25 лет, можно уже и отстреливаться. Не, ну как ты себе это представляешь? Ну, чем они будут отстреливаться? Нечем. А вот уйти со всех постов, мне все время хочется спросить. Это, конечно, звучит страшно банально, может быть, глупо. Может быть, вот если уйти со всех постов, хлопнуть дверью на пенсию, к внукам, на дачу... Ну, не это... спасает. Ну, это не спасает, но это спасает, по крайней мере, совесть, да? Ну, слушай, во-первых, ты скажи, легко ли отказаться от... звание академик. Ну, слушайте, вот ночью сегодня случился арест, который на самом деле всколыхнул и Питер, и Берлин одновременно. Выяснилось, что это вот всеобщий друг, никакой не академик, но тоже госизмена. Слушайте, послушайте, как это звучит. Это совершенно поразительно. Идеолога петербургского велодвижения арестовали по делу о госизмене. Это Герман Мойжес. Два дня назад велоактивиста задержали в Адмиралтейском районе Петербурга. Он находится сейчас в СИЗО Лефортово. То есть его из Питера притащили в Москву. В ближайшее время он должен был вылететь в Германию. Там живут родственники Мойжеса. Как сообщает СМИ, Мойжес занимает должность управляющего партнера и юриста группы компаний «Аверо Германия», которая специализируется на сопровождении процесса получения ВНЖ для состоятельных граждан России, Казахстана, Украины и других стран. И вот у меня сейчас все чаты мои внутренние, и питерские, и немецкие. Вот они сейчас все в этой новости. Я, видимо, совершенно случайно не знала этого человека, которого знают все. И вот велоактивист, госизмена. Позволь, я тебя немного поправлю по поводу госизмены, потому что про то, что его обвиняют именно в госизмене, это первое было самое сообщение. Да, Ротонда сообщала. Да, а потом появилось видео, которое опубликовал РЕН-ТВ, и там сам уже Мойжес говорит, что два... поста в ВКонтакте, в Инстаграме, связанные с движением «Колумбайн». Это он говорит, что он выложил. И из этого можно сделать предположение, что дело об оправдании терроризма в интернете. Это другая статья. Но он в Лефортово. И как бы... Ну, там, с другой стороны, и по терроризму тоже держат. Но не по оправданию. То есть, либо ты террорист, но Лефортово – это серьезное заведение. Ну, согласна. Я к тому, что пока не очень понятно все-таки, что там с ним происходит. Оправдание терроризма значит было крестов. Да, там как бы про это пишут много питерские медиа. Я вот смотрю, что собрала к середине дня медиазона. Вот, но это да, это какое-то просто безумие. Отобрали его прямо это как террористы, экстремисты там с выбиванием дверей, спецназом, все. Человек, руководит ассоциацией велосипедистов. Пошли, поехали. Ну, так вот. Ну что, Россия, 2024 год. Очень, очень будем оптимистично заканчивать эфир.
Не знаю, Андрей. Когда забирали велосипедистов, я молчал. Да? Вытащи нас из этого состояния, пожалуйста. Слушайте, я не знаю, стоит ли в данном случае особенно утешать друг друга. Я надеюсь, единственное, что, знаете, вот у нас есть такое впечатление общее, что вот этот кошмар закончится. Мы все живем историческими аналогиями, да? Мы для нас фундаментальным, важнейшим событием истории был приход Горбачева, и вот это все случайное счастье, как это можно назвать. И мы вот продолжаем жить, ориентироваться в этой рамке, что нас ждет впереди какая-то новая перестройка, откуда, какие у нее предпосылки, никаких нет. Ну и у той тоже особенных нет. Зависит все от личности. Но знаете что? Единственная моя надежда состоит в том, что у истории тоже есть свои... Как-то я сегодня в качестве такого регулятора использую это слово. Это, конечно, это антиисторично, но что нам еще остается в преддверии, так сказать, общей катастрофы? История тоже не любит... В преддверии чего? Общей катастрофы. Общий. Ты хотела оптимистичной концовки. Да. Не, я уже смирилась, только, что Андрей Архангельский не даст нам надежды. Это прелюдия. Надежда состоит в том, что история не любит плоских решений, если можно так сказать, да, плоских продолжений. Она обязательно что-нибудь придумает. И, исходя из вот какой-то... той логики, что мы живем в каждое новое сообщение, мы думаем, хуже уже быть не может. Вот исходя из этой странной противоречивой логики, это должно все-таки закончиться, смениться на какой-то другой ход истории. Вот у меня надежда единственная на это. Ну, а никаких формальных и объективных надежд, которые, конечно, у меня нет, и было бы пошло искать, придумывать их на пустом месте, когда все действительно, ребята, довольно печально. Ну и вот единственная надежда на историю, что она не всегда одинаково шагает. Может быть, что-нибудь блеснет и получится. Ну ладно, понадеемся на историю, хорошо. Я не против. Что-то ты мне напомнила, где-то прочитанного, я не помню, где путешественник во времени оказывается в средневековой Британии и видит, что идет штурм какой-то крепости, какого-то замка, мимо идет крестьянин, говорит: голубчик, скажите, пожалуйста, а какой нынче год? Он говорит: ну, 1337-й. Говорит: а, это, значит, англичане приплыли, а, это началась Столетняя война. Говорит: спросите, какая война? Да-да, вот, мы где-то там, кажется. Надеюсь, что нет. Спасибо, спасибо большое. Сегодня кладезь мемов. Ольга Романова, Андрей Архангельский. Спасибо вам. Спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И как-нибудь увидимся вновь. Пока. Пока.